Сочинский мясокомбинат ежегодно принимает участие в международной выставке ярмарки путевок «Анапа. Самое яркое солнце России». И стенд мясокомбината уже ждут потребители. Около него всегда оживленно. Кто знает продукцию мясокомбината, заключает договора. А кто-то пока дегустирует. Вся продукция мясокомбината выпускается в рамках губернаторской программы с почетным знаком «Качество Кубань». Качество – это главный критерий труда дружного коллектива со дня основания комбината в 1933 году. Все колбасы изготавливаются с газопроницаемой оболочкой. И на основе копчения на натуральном буке, сочинский бук, за счет чего приобретает привкус и аромат особенный. Отличимые от других колбас. Качество вкусной и натуральной мясной продукции могут сегодня оценить сотни тысяч жителей 300 российских городов. Я такую всегда покупаю. Нет, колбаса классная. Продукция сочинского комбината – это коллекция превосходных продуктов, которые могут удовлетворить очень взыскательных потребителей. Ассортимент насчитывает около 350 видов колбасной продукции и более 100 видов мясных деликатесов. Интерес санаториев, в том числе детских, продукции сочинского мясокомбината растет, так как выпускается все больше колбас диетического назначения, в том числе без свинины. На данный момент мы обслуживаем большое количество здравниц, пансионатов, детских оздоровительных лагерей. С нами работают также частные предприниматели, гостиницы, розничные магазины. Мы охватываем большую часть побережья. Значит, работаем с любыми объемами. Самый ближайший к Анапе склад готовой продукции сочинского мясокомбината располагается в Геленджике на улице Тельмана, 146. Справки по телефону 341-98-342-65. Подробная информация на сайте.